АТЭС к открытому равноправному сотрудничеству в интересах развития. Так называется статья Владимира Путина, опубликованная в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Он открывается завтра на Филиппинах. Нашу делегацию возглавит премьер Дмитрий Медведев. По мнению российского президента, стратегический путь к развитию АТЭС лежит не только в увеличении числа зон свободной торговли, о чем говорится очень много, но и в совместной координации различных интеграционных инициатив, которые помогли бы сформировать в регионе общий, открытый и недискриминационный рынок без блоковых барьеров. По мере того, как снижался эффект тарифной либерализации, стало очевидно, что нужны дополнительные договоренности, охватывающие услуги, инвестиции, нетарифные барьеры, конкурентную политику и субсидии. Естественно, без сложных переговоров, взаимных компромиссов добиться этого невозможно. Одним из возможных выходов из сложившейся ситуации становится углубление региональной экономической интеграции. Сегодня Россия вместе с Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией успешно развивает Евразийский экономический союз. Наш интеграционный проект изначально ориентирован на сотрудничество с другими странами и их объединениями. В мае текущего года заключено соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом. Возможность подписания аналогичных соглашений рассматривают еще 40 стран.